недавнем видео я показывал вам команду диггеров из Польши, которые любят лазить по всяким заброшенным подвалам и колодцам. Кто не видел, как они оружие Второй мировой войны из колодца достают, советую посмотреть. Ссылка будет в конце ролика в аннотации. Ну а сегодня будет продолжение истории, ну или точнее даже сказать новое. Очередной колодец в том же форте, только он более глубокий и опять в нем очень интересные находки. И как они не боятся туда спускаться, а вы бы полезли? Посмотрите, он опять набит разными штык-ножами. Правда, я не знаю, что это за модели, кто их туда и зачем покидал, и почему нет огнестрельного оружия. Так, а это что за штуковина? Думаю, это мортирка на ствол для немецкой винтовки. Но это по типу современного подствольного гранатомета. Только это наствольное, и стрелять ей нужно было, зарядив холостой патрон. Но если я не ошибаюсь. В итоге они подняли оттуда три таких мортирки, несколько штык-ножей и бокс для сменного ствола к пулемету МГ. Интересно, сколько еще таких колодцев на территории этого форта? И что там еще можно найти?